Глава 22 книги притчи Соломоновых. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Богатые господствуют над бедными, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знание, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым, и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми».